Михаил Грачев. Бело-оранжевая BMW под номером 1 первый входит в первый поворот сочинской трассы. Первый рекорд сочинского автодрома установил вот этот парень, амич Михаил Грачев. 13 и 14 сентября во время тестовых соревнований на новом треке, управляя BMW, автогонщик показал рекордное время круга – 2 минуты 24 секунды. В гонках Михаил участвует с 9 лет и начал свою карьеру в Омске с картинга. Сегодня он пятикратный чемпион России по автомобильным гонкам и самый быстрый гонщик России. Я для себя всегда ставлю цель, когда я выступаю, не то чтобы приобрести какую-то славу и известность. Я просто проверяю себя, хочу стать лучше, я работаю над собой каждый раз. И я доставляю удовольствие не то, что, например, собирается 500 человек на конференции. Мне просто нравится улучшать себя, улучшать свои достижения и двигаться вперед, развиваться. В рамках выставки «Спорт, молодость, здоровье» прошла встреча Михаила Грачева и министра спорта Омской области Александра Фабрициуса с представителями средств массовой информации, на которой титулованный гость ответил на вопросы журналистов. Спрашивали о разном – о сочинской трассе, о начале спортивного пути, о дальнейших планах. Тяжело куда-то пройти, но я думаю, что то, что Михаил сказал, что действительно дальше – это чемпионат Европы, чемпионат мира – какие-то старты, но все это нужно, чтобы был автомобиль. Еще скажу, что для того, чтобы выбиться, и Михаил сегодня является основным пилотом команды, есть у нас и в Формуле 1, и во всех гонках есть бизнес-пилот, есть пилот-профессионал. В планах Грачева выступления на мировом уровне. Сейчас спортсмены и его команда ведут большую над этим работу. Есть также желание выйти на европейский уровень и попытать свои силы там. В начале сезона Грачев уже выступал в Европе и на одном из этапов стал вторым. Так что бороться можно, подытожил Михаил.